И у нас есть на территории Самарской области положительный опыт, отмеченный и на федеральном уровне, по горячему питанию медработников ковид-госпиталей. Отдельно хочу поблагодарить и волонтеров, и партию «Единая Россия», региональное отделение депутатов всех уровней, которые и собственные средства направляли на эти цели, и сейчас оказывают поддержку. Считаю, что нам этот положительный опыт нужно распространить на все ковид-госпитали, на все, без исключения. Вот Сергей Юрьевич рядышком, он, значит, все необходимые решения у себя принял. Готовьте расчеты, я знаю, что они в завершающей стадии, мы сегодня с Виктором Славовичем обсуждали. Значит, с этой недели, коллеги, до конца недели нам предстоит уже системно по всем, еще раз подчеркну, ковид-госпиталям эту задачу решать.